Вітаю вас! Мене звати Руслан Дроздов. Це «Тема дня», і сьогодні ми говоримо про продовження воєнного стану та мобілізації по всій території України. І з нами на онлайн-зв'язку Андрій Савченко, воєнний експерт. Пане Савченко, вітаю вас! Вітаю, студія! Скажіть, будь ласка, воєнний стан на цей раз президент запропонував продовжити не на місяць, як то було на протязі двох попередніх місяців війни, а відразу на 3 місяці – і мобілізацію, і воєнний стан. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Ну, я думаю, що в першу чергу це пов'язано з тим, що уже президент и военно-политическое руководство государства понимает, что война продлится не 1 месяц, не 2 месяца, а гораздо дольше. И сейчас мы видим, что не менее 3 месяцев, поэтому президентом и принято решение продолжить правовой режим военного положения и всеобщей мобилизации на 3 месяца. Студия. Деякі воєнні експерти, не тільки воєнні експерти, але й експерти, які наближені до президента і до військових, кажуть, що ймовірно це зроблено задля того, що є рахунки на контрнаступ української армії. Чи думаєте ви про це? Я думаю, що це не зв'язано іменно з конкретно с контрнаступлением, это связано с расчетами, которые уже можно, ну, так скажем, определить, что война быстро не закончится. Вопросы контрнаступления это совсем иначе рассматриваются, и говорить о том, когда мы начнем контрнаступление и как долго оно будет длиться, это сегодня никто не в состоянии предположить даже, а тем более указать какие-то конкретные сроки. Поэтому 3 месяца – это вполне нормальный срок. Через 3 месяца мы будем уже более конкретно знать, насколько продолживать военное положение в государстве. Почему? Потому что военное положение, само его правовое поле, оно позволяет вести войну и командирам, принимающим решение на проведение, ну, будем говорить, боевых действий, не оглядываться на закон, что они убивают или не убивают, или заставляют уничтожать противника. То есть в данном случае это определенный элемент ведения войны правовой, который должен быть. И он закончится тогда, продолжение это будет закончено тогда, когда мы освободим Украину от захватчиков. Правовой стан может быть скасован на части территории, но сегодня мы знаем, что у нас практически вся Украина, вся территория Украины находится под обстрелом крылатыми ракетами Российской Федерации. И во Львове звучат взрывы, и под Одессой звучат взрывы, ну, я уже не говорю, что и в Днепропетровске, и в Харькове и так далее. То есть само вот это вот продление правового режима, оно необходимо для того, чтобы война велась, для того, чтобы командиры были юридически защищены при принятии своих решений. Студия. Скажите, будь ласка, а загальна мобілізація, чи продовжиться вона, чи потрібно зараз ще більше військових людей, які зі зброєю можуть захищати нашу країну? Обязательно всеобщая мобилизация должна быть продолжена. Нам сегодня недостаточно сил, недостаточно личного состава в вооруженных силах. Если мы проанализируем, что практически на передовой, на фронте у нас создался определенный паритет, определенное равновесие сил и средств противника и наших. Именно боевых возможностей этих сил и средств. Если противник превосходит нас количественным составом, то мы можем говорить, что мы компенсируем это качественным своим составом. И для того, чтобы освобождать территории, нам необходимо создавать наступательные группировки, а это значит в определенных местах сосредоточивать определенное количество личного состава, техники, вооружения, которые
будут проводить эти наступательные действия. Поэтому мы, получая оружие с Запада, сегодня должны это оружие принимать, мы должны проводить мобилизацию, учить дополнительные силы. Мы не можем с фронта снять людей и отдать, ну, так скажем, вручить им вот то оружие, которое к нам идет. Если мы представим, что приходит 100 гаубиц американских, три семерки, как их называют сейчас, к нам в Украину, то это примерно 5 артиллерийских дивизионов, и нам надо их укомплектовать личным составом. Для этого мы не можем снять личный состав, тот, который задействован у нас на фронте, мы должны дополнительные силы собирать, обучать и уже отправлять это вооружение уже с подготовленными расчетами, экипажами, подразделениями. То есть мобилизация, она будет у нас проводиться до тех пор, пока мы не создадим такую количественно-качественную состояние наших вооруженных сил, когда этого будет достаточно для проведения наступательных операций. Кроме этого, во время войны есть такое понятие ротация подразделений. Люди, которые участвуют на передовой, они должны периодически выводиться в тыл для восстановления как боеспособности для подразделений, так и сами люди устают, то есть они должны иметь какой-то отдых. А для их замены должны заходить свежие силы и вести боевые действия. То есть вот в данном случае нам необходимо набирать сегодня личный состав, и мобилизация она будет продолжаться и дальше. Студія. Дякую вам за спілкування, дякую вам за час і за те, що ви з нами, і дякую вам, залишайтеся теж з нами на зв'язку, ну і мирного вам дня. До побачення. Дякую і вам, що були з нами. Це була тема дня. З нами на онлайн-зв'язку був Андрій Савченко, воєнний експерт. І ми говорили про продовження воєнного стану та мобілізації по всій території України. Мене звати Руслан Дроздов. Залишайтеся з нами, і все обов'язково буде Україна.